В провинции Юньнань на юго-западе Китая прошел международный форум по сокращению бедности. КНР показала пример всему миру, выведя сотни миллионов человек из-за черты абсолютной нищеты в течение последних 30 лет. И поскольку одна из целей устойчивого развития ООН – ликвидация бедности, опыт Китая может оказаться чрезвычайно полезен. Так раньше выглядела инфраструктура в ущелье Нудзян на юго-западе Китая. Этот регион в провинции Юньнань считался одним из беднейших в стране. Для жителей отдаленных горных районов добраться до внешнего мира было целым приключением. Но сегодня жизнь здесь изменилась в лучшую сторону. Символично, что именно тут собралась группа международных экспертов, чтобы поделиться идеями по сокращению бедности уже на глобальном уровне. Нудзян наглядно продемонстрировал, как улучшение инфраструктуры, развитие производства, защита окружающей среды и сохранение культуры может вывести из нищеты целые поселки. Я глубоко убежден, что эти планы и эта политика по сокращению бедности приносят очень хорошие плоды и пользу всему обществу. Я своими глазами видел, как хорошо они отражаются на жизни местных людей, которых я навещаю уже во второй раз. Международное событие по борьбе с нищетой проводится в этой отдаленной части провинции Юньнань уже второй год. Его участникам был представлен доклад, в котором подробно излагался опыт Китая. Мы называем эту модель английским словом «dream» – «мечта». Она вобрала в себя различный подход, в том числе наблюдение в динамике риска вскрывания людей обратно в бедности и помощи переселенным сельским жителям, чтобы они могли лучше адаптироваться к современному образу жизни. Я считаю, что эта модель универсальна, ее можно принимать. Мы хотели бы сотрудничать с Китаем, чтобы больше узнать о возможностях высокотехнологичного сельского хозяйства через демонстрационные зоны. Особенно это интересно с точки зрения производства продуктов питания. Мы надеемся, что воспользоваться вашим опытом использования цифровых технологий для обеспечения процветания нашего народа. Гости также обсуждали множество других вопросов. Например, как найти баланс между развитием промышленности и сохранением окружающей среды, или как расширить возможности развития сельских районов с помощью современных технологий. Нищета – глобальная проблема. Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, около 345 миллионов человек в мире по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Я думаю, очень важно повысить производственные потенциалы и устойчивость в развивающихся странах. Также нам нужно помочь развивающимся странам сократить потери продовольствия после производства. И мы, безусловно, хотим наладить более активное международное сотрудничество. Многие участвующие в мероприятии послы других стран также заявили, что стремятся к более тесному партнерству с Китаем в ряде областей, чтобы помочь миру достичь целей устойчивого развития ООН. Ян Цзинхао, Сюджетян.